давай, вот такой у жены, вот такой у жены. По всем именем на кисти, по горовой, вот такой у жены, вот такой у жены. Нашим именинникам, Ангелу, Максу и Пушкину. Вот. И всем, кто пришел, я желаю сесть хорошо. Да здравствуют художники, у которых сегодня было открытие выставки. Сейчас. В общем, я буду петь как могу, а вы уже садитесь как можете. Вот видите, какие чудеса можно из простой дурки выдуть. Все день рождения. Днем рождения. Флейтовых шуток. Начинается второй деревень, первый деревень был неделю назад. Можете голос сюда добавить? Люблю себя слышать иногда. Второе отделение начинается с ключевой песни под названием «Королева» в кельтской манере. Но все о том же, о белой богине и представляющих ее в данное время на земле женщинах, без которых мы жить не можем. Но каждая о своем в этот момент подумает. И поет для жены. Она пристроилась как раз рядом с видеокамерой. Hey!
Ooh.
Тихо крадусь по твоему горячему хлебу, хмуро бьют по спине свинцово тяжелые дреды. Святая вода солью разъедает сетчатку, выполняя приказ ввести в подсознание хлопчатку. Закончится великопостное смирение. Диафрагма трагического тенора смутной боги неумолимо собьется на вяло текущие стоки. Вперед мой секрет сорвался в уголок, промодулируем из угора ласкового стона хип-хоп. Информационное море засеем любовью, танцуй, переплодись и размножайся на море. Уже холодному следу молотом бьют по спине свинцово тяжелые дреды. Святая вода кровью взрывает сетчатку, выполняя приказ. Выполняя приказ. Выполняя приказ. Вести в подсознание взрывчатку. Вести в подсознание взрывчатку.
думаешь, а продолжает так. При этом, по сути, совсем никакой свободы. Унизительная зависимость от электростанции. Лучше всего быть солнце, даешь зеленый свет. И наконец-то что-то выжигаешь. При этом себя нещадно тратишь. Все кончится и станешь черной дырой. Герой отражать в светителе пылая сгореть. Отражать в светителе пылая сгореть. Отражать в светителе пылая сгореть. Thank you.
прошло, все умчалося безвозвратною даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Конфетки пора.
запряги свою упряжку, запряги. Назови своим обегазом, назови. У любви твоя походка, у любви. Удали мои печали, удали. Теперь у нас творческая перемена декорации. Красное меняется на белое. Нам несколько песен споет Дима Белый, мой старый, не очень старый, совсем молодой друг. Вот, он замечательно поет, и по моей просьбе он обещал петь, как в прошлый раз, песню Башлачева, потому что песню Башлачева так мало кто поет, а он умеет это делать хорошо. А у нас по Баркеру, а я ему в саксофоне его песню подограю. Красное на белом. На вас, а там за телевизор покажут, и меня покажут. Мужик в красном пиджаке что-то на гитаре. Я думаю, во Артем спел. Добрый вечер, ну, господа. Знаете, честно говоря, после Олега немножко неловко. Все-таки он такой драйвовый, вот, а я такой белый. Вот, еще раз, Ангела, Макса и Пушкина, с днем рождения. И, собственно говоря, начнем с песенки. Yeah.
пасынки птиц. И каждый на треть патрон танцует из воды, как ядерный принц. Несет свою плеть, несет свою плеть на трон. Я слышал, не ржу, несколько слов.
Спасибо, Олег. Ну еще на самом деле не все. Я знаю. Открытие выставки прошло удачно, надеюсь? Всегда. Всегда. Отлично. Отлично. А мы сейчас объявим подробнее, потому что у нас как бы на выставке планирующее выступление. Сейчас объявим, где, во сколько, как и что. И вообще, мы уже круглые сутки, говорят, туда ходить. Вообще, мы такое ощущение, что мы устроили здесь филиал выставки. По крайней мере, пивной. Я вам загнал ее немножко. Может, сейчас объявите, а? Свет, у кого есть информация, адрес? Спасибо. Все дружно туда пойдем. Надо выйти сюда? Да, проходите, проходите к микрофону. Ну, кто микрофон может? Привет. Всем добрый вечер. Ты очень напоминаешь церемонию Оскара, поэтому... Я вас всех приглашаю на нашу выставку, наш арт-проект, который сегодня открылся и будет идти до 29 июня по адресу Октябрьского поля, улица Ирины Левченко, 2, это выставочный центр Ходынка. Помедленнее, нельзя так спускать. Помедленнее? Выставочный зал Ходынка, улица Ирины Левченко, дом 2, метро Октябрьское поле. Вот, устроим Ходынку на Ходынке! Да-да! В рамках нашего арт-проекта будут проходить концерты каждые выходные, начиная с этого воскресенья. Вот, я вас всех приглашаю. И концерт Олега Сакмарова у нас будет 13 июня в 17 часов. Будем рады всех видеть. Ура! Есть еще программки, можно вот их взять с нашей концертной программы. С автографами авторов, художников. Да, музыкантов. С автографами. Музыкантов точно можно. Музыкантов. Спасибо. Я не желаю ползти и не умею.
Своим партийным долгом спеть серьезную песню, еще несколько серьезных песен. Песен о великих рок-н-ролльных поэтах. День рождения Пушкина, Ангела и Макса Бревда. Это особенно уместно будет спеть о не о них, а посвятить им тем, у кого мы учились и будем учиться, те, кто дают чистую и точную планку того, как надо относиться к жизни, даже если ты работаешь в офисе, даже если ты работаешь в «Газпроме». Песня называется «Джим». Джима Моррисона, там в середине четыре стиша рэпом об Илье Кормильцеве с цитатой из текста «Наутилуса». Подобные надгробья.
Отцвели хризантемы, уходят дыхаки и вздохи. На рентгене любви слабечие шрамы обиды. Но финальный покой соблазни нас печальным рапидом. Догоревший костер чего-то мучительно жаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. Убивает, лютый страх калечит, взреветь сквозь стон, расправить плечи, терпеть до конца, держать удар, остаться собой, поэтический дар. Эй! Сломать тиски, уйти от всех. Пусть говорят, смертельный грех. Помнить предательство, ложь и обман. Разжечь свой огонь, раздуть свой буран. Горько без тела, трудно быть немым. В вязком болоте оставаться прямым. Разиться на повал, бесплодной строкой, цепи крушить, поломутить покой. Джульетта лежать на зеленой траве, узреть Атлантиду в барской Москве. Гулять по воде, с верой в любовь, монгольской степи оставить всю кровь. Догоревший костер, чего-то мучительно жаль. До свидания, кровь. До свидания, грусть. Привет. Ледяная печаль. Ча. Эй, говорят, тебя недавно видели на ближайшей бензозаправке. Правда ли это? Правда ли это? Вернись, наш друг, нам плохо без тебя. Нам пусто без тебя, одиноко без тебя, гадко без тебя, бесприютно без тебя. Вернись, наш друг. Моя ладонь превратилась.
одинокому, сильно не смілий, голову зважив я в полі, в бою. Мало хто остався в світлій пам'яті, не залуме безквітною рукою в страю. Цоя 22 июня «Ангел» организует киноманию очередной в клубе «Б2». Приходите. На сколько? 8 часов. А более интимное мероприятие завтра «Весь цивилизованный мир» во главе с президентом Клинтоном отмечает день рождения «Ангела» в клубе «Ред Фокс» Большой Факельный переулок 22. Он очень любит хорошие подарки, особенно пластинки. Мы продолжаем нашу вечеринку. Танго огонь! Танго огонь! Огонь.
щемит латинский ритм. В восторге стонет танго, танцуем, как летим. На свет горячей лампы летим в этом танго. Мечтаем совершить обряд в сиянии ночи, нектар богов спить и обрести ту почву, что даст возможность жить, страдать и наслаждаться, печаль в стихах излить и в вечности остаться. Вдвоем, в этом танго вдвоем, вдвоем, в этом танго вдвоем, вдвоем, в этом танго вдвоем, вдвоем. Сказал так: Билан так себе артист, а вот если бы к нему еще на подтанцовку Алину Кабаеву, и не подпев ванну, не трепка, было бы еще круче. Вот, по-моему, вот сегодняшняя подтанцовка лучше, чем Алина Кабаева. Держит солнечные спицы,
кверху дождик вместе с нами гравитонами струится. Геометрия пространства нам подскажет направление, оседлав пушистый транспорт, попадем туда, где пение. Херувимов раздается серенадой сладкозвучной на басу. Небесный лучник экзорцистов предается. Исчисление троично, уравнение извечно. И красоте античной разжигают жар сердечный. Пятьдесят шагов до неба, 500 шагов до бездны. Приду туда, где не был. 50 шагов до неба, 500 шагов до бездны. Хочу туда, где не был. С вручением премии «Оскар» я сделаю так. Спасибо. Спасибо всем присутствующим. Спасибо Академии. Спасибо моей жене Кире. Спасибо. Спасибо присутствующему здесь. Чем мы особенно гордимся? Ее отцу Дмитрию Ивановичу, академику, профессору. Мы гордимся тем, что на нашей церемонии ходит не только молодежь, но и столичные люди, которые к нам учиться и учиться. Спасибо его другу, академику Виктору Кузьмичу. Всем вам у них учиться и учиться, в том числе как и праздновать, пить правильно, со вкусом и диетически. Вот, ну вообще спасибо, что все пришли сюда. Посвящение Пушкина. А сколько времени? Как говорят у нас, который час? Вот, 20 минут осталось до Нового года. Приближается Новый год. 20 минут осталось. Надеюсь, у всех налиты фужеры. У всех салат оливье. У всех шашлыки по-карски.
курдючного барашка. Раскольников бросил топор и запал на старушку. А мог бы сгубить свою душу за так, за полушку. Онегин и Ленский бегут по дорожке упругой. Их с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. Онегин и Ленский бегут по дорожке упругой. Их с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. Отелло пеленки прогладил и в стопку заложил. Дездемоне на большее не выносил. Чапаев в бассейне к заветной медали плывет. А дома его пулеметчица радостно. Чапаев в бассейне к заветной медали. Подлежит, как зайцу, слава!
Однако революция, товарищи.
та жизнь на все. В городе Нижнем был замечательный концерт на выставке товарищества художников, которые объединяют не только художников из разных городов, но объединяют виды искусства. Раньше это называли синкретизмом, греческим синтетизмом. Когда люди пишут картины, пишут стихи, поют песни, и все это вместе, и никто по своим коморкам не разбегается. Вот, спасибо великому искусству, как бы оно ни называлось, живопись, поэзия, песня, геодезия, маршедерия, что угодно. В каждой области есть свое великое искусство. Спасибо, что оно есть. Технология, гинекология, как угодно. Спасибо, что оно есть. Я хочу в завершении нашего концерта товарищества художников подарить альбом своих, от сердца, комплект своих альбомов сольных. Вот, слушайте на здоровье. Копируйте и размножайтесь. Я очень горжусь этим пластинками здесь, и видеоконцерт, и аудиоконцерт, и альбом «Живой самолет». Слушайте. Привет, Аргентина! Привет, Ямайка! Спасибо живому телевидению, интернет-каналу, который транслирует нас. Спасибо, Артем, что ты приходишь в отделение наших концертов. А теперь хором споем русскую бетловскую песню. Yeah.
сожалению, нахожу час фикс. Верхние соседи легли спать. Всем, кто ложится спать, спокойно. Дима, великий дал. Включай поле. Официальная часть.